Всем привет, друзья, с вами Корвит, и мы продолжаем играть в Гробовщика. Значит, вне записи я, ребят, бегал, собирал ресурсы, наткнулся на такую интересную вещь, что у меня закончились, получается, все... Поищу хлебушек. Закончились, получается, все месторождения железа, вот, которые я добывал. И у меня остались только... У меня осталась только большая шахта, где можно добывать железо с здоровенными такими кусками, которые потом нужно еще переделывать уже в отдельные маленькие кусочки. И я решил, что в этот выпуск войдет строительство, ну я не знаю, как это назвать, наверное, строительство типа шахты или что-то наподобие. В общем, место, где мы будем переделывать железо, чтобы его было проще таскать в мой дом, вот сюда вот ко мне на базу. Погнали! Так, я в целом все для этого сделал. Все ресурсы я собрал. Кстати, золотой самородок и серебряный самородок выбиваются именно там, где ты добываешь вот эти большие куски железа. Вот эти вот, железную руду я имею в виду. А то сейчас начнется корвить, ты опять так не так называешь металл, не так называешь железо. Карьер, ну вот, переходим в карьер. Вот эти вот маленькие шоколадки. Так, значит, склад железной руды, мы его ставим вот здесь, и каменотесная мастерская, мы ее ставим, блин, здесь она не влазит, да, но пускай вот здесь будет, вот так. Все, теперь мы сейчас это все дело запилим. Шоколадок я тут этих подобывал прям, офигеть сколько. Берем его и относим сюда, ну вот, вот так вот. Взять и положить и взять, вот так. Странно, я их беру такими квадратными, да, похожими на батончик шоколадки, а ложу его похожими на какой-то метеорит. Как будто он прилетел с космоса. Вот в этих вот шахтах, вот, которые сверху, вот там вот можно добывать, так, все, да? Можно добывать золотую и серебряную руду. Точнее, как можно добывать? Она просто выпадает рандомно. То есть она может выпасть, может не выпасть. Так, кусок камня. Вот, железная руда. Блин, надо было ее сделать много сразу, да? Давай вот так сделаем. О, 30 штук. Что-то тут бесконечное какое-то количество получилось. Что за фигня? 103 штуки. Ну там не 103 штуки как бы явно будет, да? А пока не закончится. Потому что железная руда сейчас будет мне нужна, ребят, в огромных, просто в огромных количествах. Объясню почему. Потому что мы с вами переходим в сталь. А чтобы сделать сталь, нам нужно железо. Поэтому я думаю, что железо нужно будет фармить, фармить и фармить. Так. Еще я сделал много-много хлебушка. Не хватает энергии, да, все, то есть по энергии у меня все закончилось. Сколько? 48 кусков железной руды. Ну, для начала, в принципе, неплохо. Единственное, что у меня камень телепортации еще пока заряжается. Тут мне, в принципе, больше, кроме всего этого, делать нечего. Поэтому давай мы захаваем с собой хлебушек и продолжим. Пока камень телепортации заряжается, я тогда еще немного сделаю себе железной руды. Потом буду, ребят, вне записи делать всякие инструменты, всякое-всякое такое вот. Не инструменты я имею в виду, а вот эти всякие железные детали, гвозди, улучшенные железные детали, для того, чтобы потом просто было проще крафтить. Все это я буду делать вне записи, чтобы не захламлять, чтобы именно на запись попадало все самое только интересное. По поводу ключа, который нужен змею, я так, ребята, не понял, не было времени полезть на форум и посмотреть, что да как. Вот, а вы мне в комментарии так и не написали, где его взять. Поэтому, что касается ключа, пока без понятия, друзья, пока без понятия. Вот, пожалуйста, серебряный самородок мне выпал, отлично. Я думаю, что, наверное, такие вещи будут стоить довольно дорого. Потому что мне кажется, что в этом мире, все-таки, как и в нашем, серебро и золото, наверное, стоит все-таки реальных денег. Так, ну, я думаю, хватит.
давай, сейчас мы это все дело вот сюда перетащим, говорю. Мне кажется, что там уже камень телепортации зарядился. Можно будет телепортироваться. Просто бегать очень долго. Я до сих пор не знаю, есть ли в игре какие-то ездовые животные. По крайней мере, на... Ну, типа в тизере, да? Был конь. Там, я не знаю, главный герой или просто кто-то ехал на коне. Поэтому вполне возможно, что тут есть какие-то ездовые животные. А может быть и нет. Так, кидай. Стоит, мнется. 68 кусков железной руды. Этого довольно много. Я думаю, что мне этого хватит. Хлебушек собираем. Хлебушек. Хлеб всему голова. Собираем какие-то подлаги. Какие-то дикие подлаги. Вот, все. А, это, видимо, из-за того, что очень много тут валялось железных слитков. Видимо, из-за этого какие-то глюки, лаги. Не знаю. Так, что у нас дальше? Дальше мы идем спать. Дальше мы идем, ложимся спать. Ждем, пока все печки там закончатся. Чтобы поставить большое количество металла на плавку. Я хочу сбегать еще в город. Хочу, друзья, в этом выпуске немножко пройти по миссиям. Хотя бы парочку. Выполнить миссии. Там, по-моему, одну или две миссии я уже выполнить могу точно. Так, это мы все собираем. Блин, тут еще остался один всего лишь слиток металла, который надо будет сделать. Мы делаем вот так. Сколько? А, он только начался, да? То есть здесь еще, в принципе, долго будет. Ну ладно. А, давай, наверное, сбегаем тогда сейчас с тобой в город. Я посмотрю, какие миссии я сейчас могу выполнить. Я могу точно выполнить миссию с вот этими вот... С вот этой Верой. Это 100%. Эта миссия у нас у женщины. Вот у этой вот. Ей нужно принести. По-моему, 10 штук, если я не ошибаюсь. А, принеси 10 дров и 10 листовок. Так, принести бутылку. Вот бутылку вина, в принципе, я могу принести Гэри. Наверное, я просто не помню, сколько она стоит. Изучить ключ. Ключ я вот без понятия, где его взять. То есть у меня есть свиток, и мне нужен ключ хранителя кладбища. Вот, где взять этот ключ хранителя кладбища, я пока без понятия. Достичь 20-го, принести епископу 4 качественных рыбного филе. Так... Помочь ведьме вернуть память, вырастить тыкву с серебряной звездой. Это пока я сделать не могу. Принести 6 мотыльков. Найти печать и продать мясо Харадрику. Поговорить с торговцем. А, вот, кстати, да, мне еще нужен будет торговец. И с ним нужно будет поговорить вот в этот день. Бумаги и чернила, качественное филе рыбы. Слушай, ну тут двум людям от меня нужна рыба. Получается, епископу и цыганскому барону. Нужна от меня рыба. У ослика миссии больше нет. Шармель вот в этот день у нас. Так, ладно, давай тогда сбегаем в город. Посмотрим, могу ли я купить бутылку вина для Гэри. Так, да, давай сходим, посмотрим. А, я, кстати, еще изучил вот этот перк журналист. Ты замечаешь интересные детали в окружающих людях. Сложив их вместе, получается история. Иногда, разговаривая с человеком, ты получаешь такую историю. Без понятия, как оно работает, будем все это дело тестить, пробовать. Ну давай, камень, заряжайся уже, пожалуйста. Вот, вот этот вот слиток, инструкция к ключу. Вот, то есть мне нужен... Ключ хранителя, и вместе с этой инструкцией я должен, по идее, сделать тот ключ, который нужен змею. Так, склад камня. Мрамор я, кстати, тоже нашел, где делается. В карьере там нужно построить его, чтобы добывать мрамор. Ящик. А я могу, интересно, вот отсюда вот так сразу перемещать в ящик, нет? Нет, я могу только уничтожить. Уничтожить. Давай мы, наверное, пока немножко очистим инвентарь тогда. А, вот это вот я все поскидываю сюда. Это мне точно с собой не нужно. Так, это тоже я оставлю, наверное, здесь. Я думаю, вряд ли это мне пригодится в городе. Ну вот, в принципе, все. Ящик забили до отвала. Чего тут только нет. Ладно, погнали в город. Да ладно. 1% остался. 1%. Удочку надо купить еще. Удочку надо купить. А сколько у меня... А, подожди, стопэ. Чуть не забыл. Я хотел взять их... Чуть без них не ушел, вот.
сертификаты я хотел взять, продать их, чтобы было больше денег. А, ну, в принципе, можно еще что-нибудь взять, продать. Но, наверное, больше-то и нечего. Да, наверное, больше-то и нечего. Надо будет еще купить коноплю. Так, погнали. В общем, сейчас будут планы у нас всякие интересные. Работай, использовать. Старая кляча. Старая кляча. Так. Вот она, эта денчина, да, но пока что у меня, я так понимаю, миссия к ней недоступна. Отдать бумагу, отдать чернила, это пока я тоже все делать не могу. Спросите о маяке. Так. Да, видишь, я никак не могу с ней взаимодействовать. Взаимодействовать с ней можно, необходимо 30 с харадриком. Ага, тут какая-то интересная комната, слушай. Так, а сюда я тоже, да, не могу никак войти. Там какая-то кошка сидит. Да двигайся ты уже. А могу я зажечь камень? Нет. Нет. Капитан. Яр, что-то сегодня не везет. Да, видимо, не твой день, чувак. У меня есть печать. У меня нет печати. Нет у меня печати. У меня 7 серебряных монет. Ёлки-палки, что так мало? 4. О, я могу, кстати, продавать ему хлеб. А сколько, интересно, я получаю? Не, мне его проще кушать, наверное. Камень телепортации. Где вино? Вот вино. Вот вино. Я не знаю, какое надо. Красное. Наверное, без разницы, да? Давай тогда купим такое. Пускай будет. Или подожди, или там разница есть. Отменить сделку, да. Отменить сделку. Просто я сейчас куплю, а куплю не то. Принести бутылку вина. Нет, просто бутылку вина. То есть нет там какой-то градации. О, смотри, у меня почему-то у Харадрика открыт уровень качества 3. Странно. Я вроде у него так особо ничего не покупал. Что такое? Луковые колечки. При использовании дает плюс 20 к энергии. Плюс 12 к энергии. Ну, стоит довольно дорого. То есть проще захавать 2 куска хлеба, чем вот этот один. Выйдет гораздо дешевле, на самом-то деле. Так, ладно, покупаем одну бутылку вина тогда, Гэри. Все, Гэри будет счастлив. Упаковка мяса создается на кухонном столе. Ну, то есть это получается, мне нужна печать, да? Потом я у себя дома делаю вот такие вот упаковки мяса и продаю ему. Не знаю, сколько они будут стоить, без понятия. Я надеюсь, что дорого. Но мы, я думаю, к этому еще придем обязательно. Запеченный лосось. Нет, запеченный лосось мне не нужен. Я взял бы у тебя обычный, но у тебя такого нету. Чтобы сдать миссию. Но у тебя такого нет, чувак. Найти печать и продать мясо Харадрику. Печать, по-моему, сколько у нас? 50 серебряных монет стоит, если мне не изменяет память. А она мне не изменяет. Так, кузнецу. Ну, давай сходим. Давай сходим к кузнецу, раз уж мы здесь. Пройдемся, посмотрим, что у него там как. Может, что-то есть интересное. Чувак, здорово. Что у тебя есть? У него, видишь, еще уровень качества 2 не открытый. Я вижу, что у него, по-моему, тут инструменты, да, какие-то. Плохо видно. Какой-то котелок. А уровень качества 3, вон, я вижу, у него шестеренки, а это непонятно, что похоже на лопату. Вот это вот. Да, здесь пока что еще. Я могу ему продавать железные слитки. Почти, кстати. Кстати, смотри, у нас один железный слиток стоит пол серебряной монетки, да? То есть, если я продам ему 100 слитков, я смогу заработать на печать. А 100 слитков, ну это на самом деле не так уж и много. Интересно, кстати. Может быть, я, ребят, вне записи этим займусь. 100 слитков, да, говоришь? Продать ему. Еще одна цель в этой игре. Как будто мне так мало миссий здесь. Тут миссий, блин, дофигища. Столько всего можно делать. Здесь реально есть чем себя занять. Игра тебе буквально постоянно закидывает всякие какие-то миссии, подмиссии, вот всякое-всякое такое. Постоянно есть чем себя занять. Так, где здесь был бомж? Я не помню, тут он где-то. А, вот он. Вот он, бомж. Динь-дон, бум-бам-бом. Я дик, я существую. Молодец. Так, конопля. А, подожди. Семечки. Семечки конопли. Эть. И конопля. Эть. Сколько? На 2 серебряные монетки. Ну, хоть что-то. Так. И я хотел сходить на маяк. По-моему, там у нас... Так, подожди, тут что-то мост сломанный. По-моему, возле маяка, да, можно купить удочку? Я просто не помню, где она покупается. По-моему, возле маяка.
давай сейчас сходим, посмотрим. Там, по-моему, за маяка еще какую-то миссию можно взять. Или я ее брал. Вот что значит давно не играть гробовщика. Ну, то это, по-моему, чувака. А, мне ему надо 6 мотыльков принести, он мне тогда даст удочку. Но я могу у него удочку купить просто так. А вот я, пожалуйста, смотри, качественное филе рыбы. Филе белой рыбы. Качественное филе рыбы с серой звездой. Подожди, а ну-ка. Там было по миссии у меня, да, были две миссии с рыбой. 4 качественных рыбных филе. Епископу 4 качественных рыбных филе. А ну-ка. Качественное рыбное филе, 5 штук. О, то есть я могу 4 штуки купить. Ни хрена себе оно стоит. Ну ладно, давай купим. Хорошо. Отдадим, получается, это епископу. И там еще цыгану тоже была нужна рыба. Подожди, стоп. Цыган. Я, кстати, не помню, где он вообще обитает. Я не помню, где я его находил. 4 качественных вида рыбы с серебряной звездой, да, вот. То есть вот, а ему нужно, получается, вот это вот качественное. Блин, офигеть, оно стоит. Ну, я в целом могу продать металл и заработать. Простая удочка, качественная удочка. Эффективность инструмента 90%. Я не знаю, может стоит купить. Я просто никогда не ловил здесь рыбу. Насколько это вообще, ну, типа, классно. Насколько это... А что такое? Стальная блесна. А она мне тоже нужна для ловли? Или нет? Просто, блин, мне тогда не хватит. Стальная блесна. Да, наверное, я не знаю. Ладно, давай пока купим удочку. А ему были нужны мотыльки, да? Ему были нужны мотыльки. Ну, блин, мотыльки, чтобы я смог взять мотыльки, мне надо изучить технологию. Где она? Вот она. Мне надо 5 синих... А, ну, в целом 5 не так уж и много. Ладно, я уже купил удочку. Давай мы ее, кстати, опробуем. Ее где-то вот здесь, вот я помню, на берегу можно опробовать. Где-то... Да елки-палки, что ты будешь делать? По-моему, где-то вот здесь был берег. Вот, по-моему, вот здесь можно опробовать удочку. Так, давай я ее поставлю сейчас сразу. А, она уже сразу тут стоит. Все, вот здесь можно было опробовать. Тут, по-моему, кстати, где-то можно песок еще тоже найти. На Е. Это место предназначено для рыбной ловли. Такие же места можно найти в деревне, на болоте, в лесу и на море. Опа, ну-ка. Наживка не... А, ну то есть мне нужна наживка. Влияет на ваш шанс поймать разные виды рыб. А что случилось? Я не понял. Я не понял, что я сделал. Рыбалка. И чё? А чё мне делать? Можно так вот подсекать. Ну-ка, подожди. Нажмите Е для забрасывания удочки. А, наверное, зажмите Е для забрасывания удочки. Подожди. А ну-ка. Да, вот. Оп, блин. По-моему, не получилось. Там что-то было 80%, не 80%, но, наверное, мне кажется, мне нужны вот эти жуки всякие, мошки, мотыльки. Сейчас попробуем. Не знаю, что из этого получится. Оп! Оп! Что делать? Оп! О, моя первая рыба, килька. Я поймал кильку. Офигенно. И что мне с ней делать теперь? С этой килькой. Ладно. Пойдем в томатном соусе ее захаваем. Сделаем сейчас томатный соус и захаваем кильку. Моя первая рыба. Жалко, что ее нельзя повесить, знаешь, типа как трофей. А здесь то же самое. А нет, смотри, здесь уже другое, видишь? Я так понимаю, что когда возле поплавка появляются волны, надо нажимать на Е. Ага, что-то. А может быть и нет. Может быть, я и неправильно понял. Ладно, я думаю, что я еще рыбалкой позанимаюсь, но вне записи, чтобы, ну, как бы, изучить все это дело. Так, значит, у нас есть 4 рыбные филе. А ее мы сдадим.
Так, подожди. Где-то у меня здесь были. Вот они. Семена конопли и вот конопля. Мы сейчас это все дело возьмем. Семена конопли. Так, давай сейчас поставлю тут металл тоже на плавку. Его надо очень много мне, как оказывается. Как оказывается, мне его надо дофига. Так, давай тут тоже максимальное количество поставим. Так, тут сейчас пособираем коноплю. Остальное пускай. Хотя можно, в принципе, собрать все, раз уж мы здесь, да? Давай, блин, сколько всего? Так, я думаю, что стоит тогда, раз уж мы можем наполовину уже выполнить... Извиняюсь, ребят, колу пил. Выходит теперь обратно. Раз уж есть такая возможность выполнить семена конопли, полностью миссию у нашего епископа, вот, давай тогда попробуем улучшить кладбище так, чтобы мы смогли выполнить у него эту миссию. Так... Тут все засадим. Всем, чем только смогу. Все. Больше ничем не могу. Пойдем сейчас сделаем еще веревки с конопли. Будут у нас синие кристаллы в огромном количестве. Вот. Сейчас я посмотрю, сколько мне надо... что там мне вообще было? Достичь 20 в церкви. А, все, я понял. 20 крестов в церкви. Это то есть в самой церкви. Это не на кладбище, а именно в самой церкви. Внутри. Мне надо, чтобы было 20. А у меня, по-моему, 11. По-моему, 11. А как посмотреть? А, вон, да, качество 11. Она 20. То есть, как я могу это дело улучшить? Настенный канделябрус. Я могу только вот эти всякие канделябры ставить. Их надо 9 штук тогда, да? Получается. По-моему, вот эти штуки можно было улучшать. Но что-то как-то они никак не работают. Так, а вот это вот я могу как-то... А, тут крест у нас, да? Нет, с ними я никак не могу взаимодействовать. Начать молиться, создать. Вот сюда я могу поставить свечку. Но я не знаю, даст ли она какой-то... какой-то плюс. Ладно, давай, сейчас я сделаю тогда... веревки с конопли. Да, блин, двигайся ты уже. Ай, одну сделал. Так. Ну, я на самом деле немного могу сделать вот так всего лишь. Ну, хоть что-то. Так, 5 штук у нас есть. Давай смотреть. Вот здесь, да? А, смотри. Так, свечки у меня, получается, изучены. О, свечки у меня изучены. А что надо, чтобы сделать свечу? Блин, а я думал, что они у меня не изучены. Вот они, есть. Смотри, мне нужен пчелиный воск. А пчелиный воск у нас на пчелиной ферме можно достать. Вот. Я могу сделать вот эту, получается, свечку. Только мне нужен пчелиный воск. И жир. Жир у меня есть. А вот пчелиный воск, мне нужна ферма. Я не знаю, в городе есть ферма пчел или нет. По-моему, что-то такое было. О, тут есть еще свитки, тоже можно продать их. А, мне некуда, да? Ладно, давай мы тогда вот это выложим. А, что я еще могу здесь выложить? Ничего, возьмем вот эти свитки тогда с собой. А, у меня, кстати, есть заметки. Подожди. Сколько ж тут всего-то надо делать? Так, заметки. А заметки для чего-то тоже мне здесь... Вот. А, тут глава мне нужна, а не заметки. Заметки вот у меня, видишь, есть. Заметки 4. Нет, это все сделать не могу. Так, хорошо, давай тогда сейчас сходим в город. Пчелиный воск, да, тогда попробуем надыбать. Да, попробуем сейчас тогда надыбать пчелиный воск. А здесь я тогда уже, получается, сделать больше ничего не могу. Да, здесь надо много уже, видишь, этих синих кристаллов, чтобы что-то сделать. Тогда получается, что я не могу улучшить церковь. Вот эти я, по-моему, тоже уже строить не могу. Я могу, не знаю, тут просто все заставить канделябрами, но я не знаю, будет ли от этого толк. Канделябр настенный, не настенный. Ну, блин, 9 штук, это, ну, как бы, да, до хренища надо. 9 канделябров-то, елки-палки. Так, в город, да? Давай сейчас тогда двигаемся в город. Я попытаюсь найти где-нибудь... пчелиную ферму. По-моему, я ее где-то видел.
Что-то я такое помню. Может быть, где-то на карте? Нет, на карте, думаю, вряд ли она будет как-то отображаться. А, хотя может быть, смотри. Подожди, нет, нет, нет. Это все на пчел не особо похоже. Рыбак. Просто я подозреваю, что, скорее всего, это нужно будет мне делать. Потому что где-то вот здесь, да, вот, я могу построить свою пчелиную ферму. Скорее всего, там, наверное, мне это и надо делать. А, вот здесь, по-моему, были какие-то пчелы. А, там были просто пчелы, там. Так, подожди, ладно, давай сейчас попробуем пробежаться, посмотреть. Потому что, ну, я, по-моему, где-то видел, были какие-то пчелиные фермы. Что-то я такое припоминаю. Вот. Чувак, у тебя есть воск? Вот, есть, отлично. А я не знаю, сколько мне там нужно. Давай тогда... Это пчела. Нет, пчелы мне не нужны. Мне нужны мотыльки. Давай я тогда сейчас продам сертификаты, чтобы были бабки у меня хотя бы какие-то. И куплю тогда вот этот воск. Я думаю, что мне его будет нужно много. Так, торговать. Вот это я все продам. Эй, давай. Вот так, отлично. Супер, почти 6 серебряных монет. Неплохо, неплохо. Так. Я же просто точно помнил, что где-то здесь есть. Я где-то видел, стояла где-то пасека. Так, торговля. Я не знаю, сколько купить. Штук 10, я думаю, будет в самый раз. Штук 10 в самый раз. Что там у меня? О, камень еще, ему еще заряжаться, заряжаться. Так что придется пешочком. Так, в этот день, по-моему... Подожди, а в этот день, по-моему, можно было к этой бабе идти. А, нет. Вот в этот день надо было к ней. Вот в этот, в этот день, короче, мне надо идти к епископу, в этот день к бабе, в этот день к торговцу. Ну и все, остальные дни пока не особо так и нужны. Толку от них не особо много. Я, конечно, постараюсь сейчас улучшить церковь до 20. Пока не пришел епископ. Но я, блин, не знаю, что из этого выйдет. Получится, не получится. Я надеюсь, что, конечно, получится. Было бы неплохо, как минимум. Так, куда мы сейчас идем? Куда я шел? Я забыл уже, куда я шел. Свечки я хотел сделать. Здесь я не пройду. Надо будет, кстати, еще тоже дорасчищать уже окончательно все завалы, которые у нас внизу. Так, а вот тут вот у меня ничего случайно не прибавилось? Клумба. О, каменный колумбарий. Вот это что-то новенькое уже. Место под могилу. Интересно, интересно. Подожди, а это что такое? Это разве было? Читать. Эта область закрыта в связи с древним проклятием. За информацией обращайтесь к инквизитору. Вот так вот. А ее, по-моему, раньше не было там этого знака. Ну да, я еще думал, что типа эту область надо просто расчистить от деревьев, и тогда все будет норм. Так, свеча. Вот, отлично. Сколько я могу? Одну сделать. А, две могу сделать. Две свечки. Давай сделаем. Синие кристаллы дадут? О, дадут синие кристаллы за свечку. Причем два кристалла. Офигенно! Офигенно, мне нужен жир. Мне нужны трупы. Мне нужны трупы. А, кстати, возможно, жир у меня на базе есть. В моем доме, возможно, возможно, есть жир. Потому что я его вроде как собирал. Так, а что у меня там, не зарядился? Зарядился, да? Давай сбегаем на базу, посмотрим, есть ли там еще жир. Мой дом. Сколько тут хлеба, офигеть. Надо, кстати, поставить еще хлеба. Хлеба мне, хлеба. Мы все убираем сюда. Конопля. Так, тесто. Забираем. Сюда его выставляем. Вот так. Так, жир. Есть, отлично. Отлично, есть немножко жира. Супер. Это хорошо. Значит, мы тогда сейчас на халяву с тобой заработаем немного синих кристаллов еще. То есть мы сделаем свечки, еще плюс на халяву синих кристаллов заработаем. Это прям вообще огонь. Сколько, интересно, я смогу сделать? 8 свечек. Это то есть 8 синих кристаллов. Вообще супер, слушай. Вот это классно, вот это фартануло сейчас мне. Да, получается, свечки делать, в принципе, довольно выгодно, да? Плюс еще их ставить, чтобы поджигать территорию. А почему здесь я не могу поставить?
Так, ну давай. Момент истины. Опа! О, еще плюс один дает. Кайф, слушай. Ну тогда придется сейчас все канделябрами здесь заставить. Вот тебе, пожалуйста. 13, мне осталось 7. То есть мне надо поставить 4 каких-нибудь канделябра и в каждую воткнуть по свечке. 4 канделябра, в каждую воткнуть по свечке. 4жды 6, 24. 24, значит, мне надо... А подожди, 24 сложные или простые детали? Простые, ой, вообще классно. 24 простые детали, ребят, мне сейчас нужны. Супер, мы успеваем, все классно. Все супер. Ладненько, ребят, на сегодня тогда выпуск уже закончим, уже полчаса идет у нас выпуск. На следующем я тогда сразу уже начну с вот этой вот миссии. Посмотрим, что это и как. Какая будет следующая миссия у Инквизитора. Мне, если честно, интересно. Если вам тоже интересно, ставьте лайк, подписывайтесь. С вами был Корвет. Всем пока.